условно можно предпринимателя разделить на две группы. Да? Первая группа, которая, скажем так, платит по объему, либо по нормативу, либо по объему вывозимых отходов. Мы сейчас определились, то, что у кого есть желание платить по объему, у тех есть эта возможность, и результатом этой возможности будет акт, подписанный по вывозу мусора. Правильно? Договор. Понимаете, Оранж может от площади заключить договор, вернее, по объему. Оранж может любой, у кого есть своя площадка и отсутствует доступ туда третьих лиц. Вот у Оранж есть. Вот бабушка, еще раз, бабушка принесла туда, да ерунда это все. Принесла бабушка, три бабушки принесли. Оранж не имеет претензий, да бог с ним, да? Все, мы должны убедиться, что туда носят мусор. Так вы убедитесь, когда закрываете, мусор увозите, акт подписали. А вы туда носили? А вы скажете, а я не носил, а я с вас должен взять? Вот второй вопрос будет, если не будет. Как вы скажете? Я закрою сам контейнер этот, и все, никто там не будет кидать. Вот. Но это же я буду разбирать. Вот когда вы, вот когда это будет, почему не мы-то? Мы почему-то... Почему вы? А кто? Вы вывезли, по факту, взяли два контейнера, вывезли, я за них заплатил. Если я не согласен, что у меня не два, а один, вот. Я закрою крышу, поставлю сверху, и никто не будет так кидать. Я буду платить по нормативу. А акт выполненных работ, это будет являться доказательством того, что я больше... Если коллеги, вы один предприниматель, ну там одно юридическое лицо, и у вас есть свое, нет вопросов. По объему... если у вас 5 человек на этой площадке, да, и вы говорите, а вот мы тут скидываемся и все. Ребята, нет. У вас должна быть или отдельный доступ, да? Вы же больше возить не будете. Что 5 человек будет, что 10 человек, какая разница? Предприниматели, которые, у которых вывозит кто-то, кроме рекоператора, неважно кто. Вы сейчас, я так понял, заинтересовались, дайте договор быстрее, чтобы разобраться, наказать те управляющие, те вывозящие организации, которые это делают. Но вы заинтересованы не в том, вы не заинтересованы в том, чтобы предприниматель, на сегодняшний момент, чтобы он заключил по чистому договору. Вот сейчас 119 тысяч, которые пришли на девушку, да? Сейчас кто будет платить за 119 тысяч? В итоге девушка или же все-таки вы будете судиться с той организацией, которая выводила, которая не, ну, юридически неправильно это, может быть, делала, или все-таки предприниматель будет платить? Я думаю, вот у нас адвокат есть, он скажет, что у нас как бы это самое закон, он главенствующий, да? И поэтому не хочу. Хочу я или не хочу, никого не интересует, как положено по закону. Я понимаю, что 119 тысяч не ее снимете, еще будете судиться с той компанией, которую возьмете. Вы ее деньги заберете или нет? Расскажите просто, да или нет? Подождите, она заплатит в итоге? Чего? Деньги заплатит она по счету? У нас с ней договор нет, это юристы будут смотреть. У нас с ней договор нет. Она не заплатит, это будет не оставаться для подсчета. Вот теперь...